Выбрались мы с Аней в город, наконец-то. И вот подъехали к маяку, а также, о боже, это вот рубка Курска. Вот она. А также памятник морякам, погибшим на Курске. Посмотрите. Вот. Это рубка с подводной лодки Курск. И вот тут вот маяк. Ну, чтобы было понятно. Хотя нет, вот там видно вдалеке речка, морпорт. И вот здесь маяк. Святой преподобный Федор Ушаков спас нерукотворный и фамилии моряков, которые погибли . Это все моряки, погибшие в мирное время на затонувших подводных лодках. В Японском море в 52-м 52 человека, в 56-м 36, в 57-м 35 Балтийское море, 61-й 63 человека, 61-й 121 человек, сразу две подлодки. 68-й 98 человек, 70-й 52 и 2003-й 9 человек. И при авариях огромное количество на самом деле людей, которые погибли уже в мирное время. И, к сожалению, тут еще вот оставили место. И вот впереди церковь Спас на водах. Вот он какой, Спас на водах. Икона вон Ушакову, Пантелеймону, который также помогает мореходам. Вот, смотрите, адмирал Ушаков, Николай Чудотворец, конечно же, и вход в храм Спас на водах в 2002 году построен. Приехали мы в центр Мурманска. Это здание правительства. Такие вот интересные, красивые корабли. Я даже шхуны, да, я не знаю, как это правильно назвать. Очень красиво оформлен город.